Новый год завтра. А сегодня Катюшка мне сказала, что готовить нихуя не будет, и я буду готовить хлеб. Вот она, моя печка. Так, ну делать нахуй вообще легко, легко. Захуячиваем водичку. Не, молоко, водичку. Сверху добавим соли. Соли охуенем целую ложку. Бэн, нахуй. Этого сахара. Сахара. Специальная ложечка есть. Мы хуйнем сюда. Полторашечку. Все, заебок. Масло. Сколько надо? Масло. 3 столовых ложки. 3 столовых ложки. Да. Рожка айнс. Свай. Драй. Дрожжи в последнюю очередь. Потом ложим муку, добавляем. Белый снег. Белый снег. На. Потом нужно сделать все. Ямку. Поставили ямочку. Ямочку сделать. Такую, да. Вот, блин, как и это. Чайную ложечку дрожжей. На. И чайную ложку дрожжей. Да. Где вот это? Ну вот это. Так, тогда, чтобы не просыпать нас сюда. Доза дрожжей. О, внимание. Опа. Оп. Что еще? Соли. Соли мы положили, сахар положили. Сахар. Вроде все положили. Молоко, вода, мука, дрожжи, все есть. Да-да. Теперь открываем эту штучку. Как-то ее там прокручивать надо. Все. Первый раз готовим. Поставлено. Вы выбрали первый режим, выбрали. Корочку ставим, корочку. А 900 грамм выбрал? Да, вот 900 грамм. Вот. А она как... сама как-то выстрелилась. Нет. А как она вы? А, да, вот да. Вижу. Да. Все, понеслась? Ну, давай. На он. Или о, а, вот старт. Нет, вот это он. Сейчас он будет месить. Так. Посмотрим, что здесь. Оба! Меси, мама! Конечно, честно, я бы лучше руками. Мне руками. Ну, ты любишь руками, да. Но я не люблю, когда все в руке тут. Поэтому вот эта вот штука вообще прикольная. Ну, посмотрим, что получится. Ну, я давай. Я думаю, что будет вкусно. Сейчас, через 10 минут, оно должно, короче, это... Ну, шарик получится. Ждем 10 минут. Давай посмотрим, получается. Нормально. Получается. Красивый. Только маленький. Такой. Ну, в смысле, он же будет подниматься, и вот вообще будет большой, не маленький. Это сейчас маленький. Ну, то, что я скажу, что это вообще элементарно готовится. Ну, прикольно, пока идет все. Руками месить, это, конечно, тоже элементарно. Мне вообще не трудно. Ну, здесь еще проще, честно. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Пахнет вкусно, да. Так. Аккуратно, так горячо. Ну что ты делаешь? Ножик. Ну, с утра попробуем, как вкусно иметь. Печь хлеб надо самим. Сейчас будем резать хлебушек красиво. Корочка хрустящая, да, получилась? Пахнет, конечно, тушка, колотушка, французский багет. Красота.